Так, новый билд покажу. Ну, относительно, у меня уже 82 уровень, то есть не совсем новый. Это, значит, дворянка, Blade Vortex. Вот. 15800 дамага почти, это, ну, то есть без всяких бафов, без четвертой склянки. Плюс у меня заряды энергии дают урон. Вот я начал мапу проходить. Готов. Алхимка, ну ладно. То есть такое, ну вот по сути, да, то есть ваншочу всех. 20к дамага у меня с четырьмя зарядами ярости, точнее энергии. И 25к это когда четвертая колба прожата, вот аметистовый флакон. Колба Азири. Да, конечно, очень медленно уровень апается на этом. Опыт апается вот на этом уровне, на 82-м. А что будет дальше, это пиздец. Ну, скоро конец лиги, то есть, очевидно, я уже не успею дойти там. Я не знаю до какого. Может, до 86-го дойду. Да, до конца лиги и все. Плюс, ты когда фидишь, у меня фидов до хрена. То есть билд по сути хороший, да, но фидов до хрена. То есть опять же фидишь, теряешь опыт. Я иногда непонятно даже из-за чего фидишь. Такая херня. И опять же ты можешь босса легко завалить, а сфидить на каком-нибудь синем мобе. То есть это такое. Или на бродячем изгнаннике, например. Плюс у меня всего лишь 4к хп. Ну, 4200 где-то у меня вместе со щитом там. Ну, то есть, тоже, может, из-за этого меня быстро выносят, потому что для 82 уровня, конечно, это такое. 5 линк. Точнее, 5 слотов. Ну, это фигня. Вот такая у меня, кстати, экипировка, перчатки, мордобои. Вот такая 6 линка у меня броня. Со щитом бегаю. Почему бы и нет, он мне 1000 брони дает плюс урон. Но щит я не знаю, конечно, можно было бы, наверное, и получше, конечно, этому персонажу взять. Смертей у меня до хрена, ну, может, под 100 где-то. Ну, я покажу вот после зачистки карты. То есть относительно быстро это зависит еще от мобов, да, то есть, по сути, вот они ваншотятся. Вот. Белые мобы сразу ваншотятся, вот эти обычные. Ну, с синими там, вот, с синими чуть-чуть посложнее. Вот он, босс. Кстати, что удивительно, тут босс, не паук. Кстати, у меня где-то до 6 уровня Атлас пройден, то есть боссы убиты все, да? Вот он, босс. Это Антиопа. Вот, випал даже. Но уник очень хреновый. Софьяновые перчатки. Это дешевая хрень на самом деле. Кстати, у меня через вал пакт билд. То есть у меня регена хп нет. Вот. Ну, то есть вот босс не так тяжело, в принципе, сдох, да. Достаточно быстро ушел. Сейчас я еще, может, дерево прокачки тогда покажу скиллов. То есть билд хороший, то есть когда новый сезон начнется, если я буду играть сразу, да, в новом сезоне, ну, в новой этой, блядь, в новой лиге я имею в виду, то, наверное, буду этим же билдом играть, потому что достаточно эффективный билд. Но фиды есть, фидов до хрена, да, то есть все равно, как я уже сказал. Ну, игра сама по себе, то есть такая, просто тебя сваливает. Более 50 монстров, вот. Вот, тоже, да, ваншотятся. Вот, тоже. 20 клинков, кстати, максимум может быть, но я ни разу не раскручивался до 20, то есть... Мне кажется, ну, я и не смогу просто до стальки раскрутиться.
Так. Тут я был. Эту Азири я пока не убиваю, даже обычную Азири мне проходили другие челики. То есть протаскивали меня просто, пока я в сторонке стоял там. Думаю, что Азири я пока сам не пойду. У меня даже с мобами, наверное, проблемы возникнут, уже не говоря о самой Азире. Фласки у меня две самые важные. Вторая кровотечение снимает, третья охлаждение. Вот, в принципе, больше всего смертей как раз вот от этих двух вещей. Эти эссенции я не буду раскрывать, вот эти вот замерзшие души. Чтобы лишний раз не умирать. Потому что там очень сильные бывают враги у них. Сорок восемь монстров осталось. Как мне показывает, но опять же. А, вон я проход какой-то вижу. 48 монстров, это опять же эти сущности просто. Кстати, у меня камень есть, портал. За несколько месяцев игры вот один раз только выпал. Экзалтов еще ни одного не выпало, я даже экзалтов не видел еще. Ладно, хер с ним. Охотник склепов, ну по сути это не особо сильно. Вот так полностью раскручиваемся, прожимаем колбу Азири. А, бля! Сейчас вижу. Вот, я же сказал, да, то есть зря я это сделал, конечно, лучше вот эти сущности не убивать. По сути. А, убил все-таки, отлично. Кстати, у меня камень добивания стоит, то есть, о, жертва на рассвете. Только это не совсем то, что мне нужно. Я, кстати, врагов убиваю, у которых меньше 10% ХП. Тоже очень важный камень, я забыл сказать. Добивание. 28 врагов осталось, ну 10% уровня апнул. Да. Так. Вот эти мне перчатки выпали. Да, хреновые перчатки, к тому же у меня такие, кажется, есть. Короче, продам тоже. Это уник такой мусорный. Вот что тут можно оружие единственное. Вот что можно, конечно, получше. Так, игрок. У меня такая была. Для валюты тоже вот очень удобный стэш, позволяет место экономить. Сейчас можно, короче, попробовать квест Азири выполнить. Так, секунду. Квесты Азири иногда... Ой, точнее, Занны. Какой Азири? Занны. Иногда очень крутые бывают, то есть очень выгодные. Твою мать, надо квест за отведенное время выполнить. Ну, я думаю, я не выполню. Я за отведенное время, как обычно, я проваливаю квест. Потому что реально сложно вот эти камни искать межевые. То есть я, скорее всего, этот квест не выполню. Не то, чтобы я свижу. К тому же у меня лагает. А просто, ну, просто не выполню. Ну, просто по времени, то есть не успею. Вот, ну, у меня лаги пошли. Вот, лагает. Притом это и без ОБС лагает, то есть... Игра такая... своеобразная. Знать бы еще, где эти межевые камни лежат. Точнее, а вот один. Давай бы. Давай, блядь. Почему у меня голема постоянно убивает? У него где-то 13 хп у голема, кстати.
Плюс тут эта земля замедляющая. Очень сильно. Что-то пиздец по мне урона проходит. У меня резисты еще слабые, то есть я себе больше хп сделал, но потерял резисты за счет хп. Такая хрень. Кобальтовый самоцвет. Блять. Пиздец, вот это не контрится вообще, вот эта земля замедляющая. По ней почти вообще, ну, ты с нулевой скоростью почти по ней передвигаешься, по сути. Плюс тут еще время уходит. Охуеть. Короче, как-то так. Ну, я не знаю, я, может, попробую сейчас выполнить этот. Не, даже не буду, блять. Ну окей, похуй, пойдем попробуем. Пойдем попробуем. То есть билд сам по себе мощный достаточно. Просто сама по себе игра, ну, тебя валит вот на таких моментах. По сути, я и не должен был сейчас умирать. У меня же отхил. Просто и сама по себе игра тебя валит. Быстрее, блядь. Так, камень прожать. Вот видите, как я медленно хожу вот по этой оскверненной земле, или как она там называется. В пизду, блядь. Бесит еще до хрена опыта терять при смерти. Хотя билд реально мощный, то есть, ну, я не вижу своей вины в фидах, потому что билд там мощный, то есть это скорее игра виновата, а не я. Потому что билд-то действительно мощный с вампиризмом. Мапа. А, блядь. Сука. Клавиатура подломилась. Так, вижу камешек. Не вижу препятствий. Опять голем сдох. Я не понимаю, почему мой голем подыхает так часто. У него 13 кхп почти. Плюс у меня тут кастование чар при смерти есть, камень. Ой, точнее, не при смерти, очевидно, а при получении урона. Блять, иди быстрее, сука. Опа, на босс. И даже уника не выпала с босса. Даже хаоса не выпала. Ну, такое, конечно, бывает, когда получше фарм, бывает, когда похуже. О, камень, успей, успей. Успел. Правда, навряд ли я опять сфидел этот голем. Навряд ли я все равно этот квест выполню, как я сказал. Ну, то есть я сразу сказал, что я попробую, но навряд ли выполню. Потому что квесты на время, они в принципе имбалансные, то есть, ну, они почти невыполняемые. Я квесты на время, как правило, ну, никогда и не прохожу. Ну, так чисто пофармить, пробежаться можно. Типа халявная карта, да? Хотя хрен бы я без квеста Заны на такую карту побежал бы. С таким замедлялом. Найс.
Ладно, как-то так. Минус квест Занны. Вот у меня 30%. 30% у меня есть завершенных заданий. То есть, ну, где-то вот тир 7 у меня максимально. То есть, на тир 8. У меня даже карт нету тир 8. Ни одной. Это еще на прошлом персонаже я выполнял. На тотемщике. Кстати, тоже видос есть. Угу. Такая хрень. А, и вот еще дерево прокачки. Ну вот у меня дворянка, как я сказал. То есть крит, у меня очень большой крит. 30% крита у меня, это без зарядов энергии. С зарядами энергии, я не помню, там намного больше крит. Такое. Ну вот, в общем, как-то так.